Всем привет, с вами Прыгун, и мы продолжаем играть в игру Сибирь 2. В прошлой серии мы сбежали из монастыря. Ганс себя чувствует значительно лучше. И в этом городишке у нас, похоже, осталось последнее дело. Это мы должны отремонтировать вот этих механических лошадок. В прошлой серии мы немножко потыркались с этим механическим сердцем. Попробовали некоторые варианты, и, собственно, они не сработали. Поэтому давайте прокрутим еще на один разок. Так, у нас вот эта лошадка. Лошадка, она тоже меняет свое положение, да? Сейчас мы некоторые варианты попробуем. Давай сюда. Хорошо. Во как. Нет, подожди, это было правильно, сюда. Вот теперь лошадки встают на дыбы. Я не помню, тут в каждом положении они одинаково подключались или нет. Надо было сразу зарисовочку себе сделать. Отлично. Пойдешь сюда. Есть. По-моему, есть. Точно. Супер. Что, поезд уже поехал? Нормально. Оскар что, с дуба рухнул? Твою дивизию, и как нам теперь его догонять? Или поезд угнали? Ё-моё, а. Надо было не заводить его. Надо было поезд завести в самый последний момент. Так, пошли к полковнику выяснять, в чем проблема. Интересно. Вот это поворот.
Полковник? Неужели ваш поезд уехал без вас, мисс Уолтер? Оскар и Ганс никогда бы не уехали без меня. Ну, может быть, ваш друг Ганс Форальберг решил, что путешествие слишком опасно для такой симпатичной леди, как вы. Это невозможно. Я должна ехать с ним прямо на остров Сибири. Он бы никогда так не поступил со мной. Он бы не уехал. Полковник, кто-то угнал поезд. Его украли, я уверена. Все это очень серьезно, мисс Уолтер. Вы кого-нибудь подозреваете? Возможно. Но кто же мог совершить такой возмутительный поступок? Что мне делать, полковник? Я должна догнать поезд. Там же Ганс и Оскар. Проклятая нога! Был бы я чуточку помоложе, оседлал бы коня и пустился в погоню за бандитами. Но мой конь давно мертв, а на одной ноге далеко не ускачешь. Полковник, пожалуйста! Должны же быть какие-то иные способы передвижения. Ни один на ум не приходит. Вот разве что дрезина под путями. Только ею столько лет не пользовались. Ну, дрезина — это вариант. Как вы думаете, полковник, на этой тележке можно догнать поезд? Понятия не имею, мисс Уолтер. В государственном реестре написано, что это вспомогательное транспортное средство для обслуживания железных дорог. Только для экстренных случаев. Про скорость там ничего нет. Как вы думаете, сработает? Попробуйте, мисс Уолтер. Я дойду до конца. Катюша, вы человек действия. Ладно. Дрезина. Дрезина — это тот самый непонятный механизм. Интересно, этот рычаг, он никак не взаимодействует с этой дрезиной. Ну, в принципе, какие могут быть догадки? Конечно, это багровы. Стырили пояс наш, а? Им надо было определенно морду набить. Кейт, только не говори, что она не может ехать. Только этого не хватало. Колымага объявила забастовку. Так, что тут? Ее-то заводить не нужно. Да, так я и думал, что не получится у нас взять и уехать. Пошли к полковнику. Полковник, колись. В чем проблема может быть? Боюсь, полковник, мои проблемы далеко не исчерпаны. Сочувствую, Катюша. Поезд угнали, тележка сломана. Похоже, мое путешествие на этом и закончится, полковник. Выше голову, Катюша. Вашу проблему можно решить. Выход всегда найдется. Я не знаю, что случилось, но эта ваша штуковина не желает трогаться с места. Это не моя штуковина. И вообще, на мой взгляд, выглядит она страннее некуда. На вашем месте я бы подождал, пока ее отремонтируют. Ни за что! Мне нужно поймать бандитов как можно быстрее, полковник! Будь эта тележка не на рельсах, можно было бы запрячь кого-нибудь. Похоже, нужно заставить вращаться это беличье колесо. Как вы думаете, полковник? Туда влезет какое-нибудь животное? Возможно. Почему бы и нет? Но какое? Вот в чем вопрос. Пожалуй, у меня есть идея. Мне необходимо найти решение. И побыстрее.
Если бы я только мог помочь, мисс Уолтер. Идея. Есть идея, конечно, запрячь туда Юки. И вот интересно, а не понадобится ли нам случайно вот эти рыбные сосалки для того, чтобы завлечь Юки? Ну, сразу не будем возиться с этими конфетами. Пойдем найдем Мальку. И вообще, как это этого Юки с собой-то привезти? Малька, где ты? Поведай нам чего-нибудь. Ты видела, Малька? Поезд уехал без меня. Ты думаешь, твои друзья тебя бросили? Нет, я думаю, что-то заставило их уехать. Так, ладно, пойдем к Цукерману, где там у него был этот Юки. Цукерман, привет. Господин Цукерман, это ужас! Просто ужас! Что? Мисс Уолкер, что случилось? Дрезина не работает. Господин Цукерман, мне понадобится помощь, чтобы привести в порядок дрезину. Уж извините, дорогая моя, но в машинах я не разбираюсь. А Юки? Господин Цукерман, вы не знаете случайно, где ваш Юки? Ой, да где угодно. Посмотрите у мусорных баков. Он обожает копаться в объедках. Если я его найду, можно его взять на время? Да хоть насовсем. Эта зверюга вообще не моя. Только я вас предупреждаю. Ничего хорошего вы от этого проглота не дождетесь. Одни неприятности от него. Ясно. Боюсь, больше мне никто не сможет помочь догнать поезд. У меня просто нет выбора. Мне надо идти, господин Цукерман. Желаю успеха, мисс Уолкер. Так, пошли искать Юки. Будет толк от этого зверюки. Так. Так, ну-ка. Этих нету уже. Опа, звонок. Алло? Это Оскар, Кейт Уолкер. Оскар, где ты? Ты цел? Что случилось? Эти господа сказали, что вы раздумали здесь останавливаться, что вы возвращаетесь в Америку, что поезд может отправляться. Кейт Уолкер, боюсь, я совершил непростительную ошибку. Вот же ты балбес. Ган с тобой? Да, Иван с Игорем держат господина Фаральберга в заперти. Иван с Игорем? Они что же, раскочегарили поезд? Боюсь, происходит нечто не вполне законное. Не вполне законное? Да это грабеж среди бела дня. Паразиты угнали поезд, а вас взяли в заложники. Кейт Уолкер, я испытываю некоторое беспокойство. Не бойся, Оскар, я вас разыщу. Куда направляется поезд? Мы едем прямо, пока не было ни одной развязки. Я поведу поезд на минимальной скорости. Постараюсь их затормозить. Возможно, удастся даже... Кто? Я? Сам с собой. Ну что вы, я просто... Оскар! Оскар! Так, ну теперь все понятно. Поезд действительно угнали эти братья недалекие. Юки. Умом он не блещет, но по-своему симпатичный. И рад радешенек, что вернулся в родные края. Но как тут пусто.
Неужели я был прав с этими конфетами? Что за гнусная техника? Так, что тут у них в этой комнате? Сибирская правда. Вторник, 14 сентября 2004 года. О, смерть Примадонны. Елены Романской больше нет с нами. Знаменитая оперная дива покинула этот мир в четверг ночью. В 60-х ее голос стал символом очарования Советской империи, для которой она стала послом доброй воли. Елена Романская исполняла классические арии на знаменитейших сценах мира, а также давала концерты для рабочих фабрик и заводов, раскрывая для слушателей популярные русские народные песни. С новой стороны мы не забудем ее. Да, жаль, печально. Белое золото Сибири. Палеонтологический научный комитет принял постановление о придании мамонтовой кости статуса национального достояния. Не поддающийся контролю рост черного рынка, которому способствует повальное увлечение этим известным афродизиаком, катастрофически снизил. Ай, как же тут плохо читать, а? Снизил запасы мамонтовой кости в нашей стране, дабы предотвратить возвращение наших земель в подобие швейцарского сыра, власти запретили несанкционированные изыскательские работы и раскопки. К сожалению, всегда найдутся беспринципные люди, пренебрежительно относящиеся к распоряжениям властей. Сибирская комета. За последние несколько дней в нашу редакцию поступило большое количество звонков. Очевидцы утверждают, что видели непонятный предмет яйцеобразной формы, перемещавшийся в воздухе над территорией нашей страны. Глава астрономической исследовательской академии, точнее ассоциации, оставил без ответа наши звонки. Что эта комета, отколовшийся от траектории спутник или самолет-разведчик Республики Татарстан? Следите за новостями. Да, глупости. Так, а что сюда мы можем положить? Ничего? Ничего. Ладно, зачем нам была эта газета? Интересно. Так, ладно. Как же нам этого Юки-то с собой взять? Умом он не блещет, но по-своему симпатичный. И рад радешенек, что вер... Ну, хорошо. Хорошо. Я не знаю, ему действительно, наверное, нужны эти конфеты рыбные. Или нам нужно наловить ему рыбу. Нет, все-таки я склоняюсь к конфетам. Малька, а ты ничего не знаешь? Эта тележка сломана. Она не работает. По-моему, тебе нужно туда кого-нибудь запрячь. И колесо сзади тоже не работает. Ладно. Побежали в магазин.
По крайней мере, мы знаем, какие конфеты нам, какой автомат, так сказать, пробовать. У нас уже не так много монет осталось. Ничего. Ничего. На верном мы пути или нет? Похоже, нет. Ничего не поделаешь, заперто. Так. Это какая была монета? Нет, это была вот эта монета. Отлично. Отлично. Рыбные леденцы пошли к Юке. Все не так уж сложно, как казалось. Единственное, что от одной локации к другой приходится далеко бегать. Ну, а с другой стороны, это и хорошо. Иначе игра была бы очень короткой и неинтересной. Юки, держи рыбные сосалки. Представь себе, остальные этих конфет в рот не берут. Ты у нас Юки, да? Ну как, теперь пойдешь со мной? Конечно, пойдет. Идем к поезду, точнее к дрезине. Прикольный этот Юки. Давай, бежим. Некогда нам уже задерживаться. Друзей надо выручать. Ну, пошли. Запрыгивай, Юки, в барабан этот, в колесо. Юки, иди сюда, ко мне. Отлично. Еще все с пробуксовками такими. Бензина. Эти негодяи у нас угнали поезд, да? Это что за такие железнодорожные знаки? Thank you.
может быть лучше. Дальше мы не можем поехать. Дрезина мне больше не пригодится. Хорошо. Куда мы можем пойти? Только туда. Здесь холодно, наверное. Все бивни теперь наши, мисс Уолкер. Эй ты, жертвец! Не ходи здесь! Не видишь, что ли, ты слишком тяжелый? В общем, этих балбесов интересуют только бивни. Сейчас какую-нибудь дубину найти. Да настучать им по чайнику. Птичка. Лед надо растопить. У нас есть спички. Ну, естественно, одними спичками это не получится. Лед надо растопить. Нужно нарвать какого-нибудь, наломать хвороста, да? Пока ничего не видно. Пока один лес, лес. Снег, снег. Этот пес делает только то, что ему вздумается. Естественно, тебя предупреждали об этом. Берег, да? Так, хорошо. Ничего. Пока непонятно, что здесь. Видно только огрызки деревьев. Видимо, бобры тут орудовали. Да, вон хата бобра. Подожди. Ну хватит пугать несчастного бобра. Да ладно. Непонятно. Нам нужно найти хворост, растопить рыбу. И заманить этой рыбой юки, наверное.
Или какого-нибудь мха нарвать. Лед надо растопить. Ну, это понятно. Пока я ничего не вижу, что можно было бы для этого использовать. Какие-то обломки шпал. Дрезина мне больше не пригодится. Хорошо. В общем-то, эта серия уже подошла к концу. Получилась она довольно-таки интересной. Мы уехали из Романовска. Но в то же время у нас есть очень большая неразрешенная проблема. Надо вернуть себе поезд. Дрезина! Так что давайте займемся уже всем этим в следующих сериях. Спасибо за внимание всем, кто смотрел. И до новых встреч. Пока!